Ой, какая красота. Смотрите, как румяна моментально добавляют свежесть и завершают образ. То есть вроде бы и так уже все красиво, но именно румяна завершают образ. Какого цвета тени использовали в складке? В складке мы использовали... Блонд, да. 21. Шикарный. Оттенок Pale Pink. В качестве скульптора я буду использовать тени в оттенке блонд на 21. Да, те же тени, которые мы наносили в складку. То есть я их продублирую и нанесу на скулу. Да, это очень универсальные тени. Они именно для таких той естественной тени без ручки. Наши модели и так достаточно выразительные скулы, мы просто их немножко подчеркнем. Наносим на выступающую часть лба, уводим именно во впадинку под скулами нашим. Базовый цвет у нас был оттенок Bark на подвижное веко для смоки. Затем на эти же тени мы наносили мерцающие тени цемент. И в ресничный ряд добавили черную подводку нашу Gel Wild Black. Очень крутые бронзирующие пудры. Они создают эффект кожи, как будто вы только что вернулись из отпуска, с островов. Моментально завершают образ. Эти бронзирующие пудры дополнительно моделируют лицо и освежают кожу. Это матовая текстура, что используется. За счет того, что текстура матовая, смотрится очень естественно. Нет лишнего сияния. Не слышно, простите. Кира, мы использовали тон серум. Консилер Full Cover. Консилером дополнительно нейтрализовали красноту. И видимое покрасение на коже. Thank you.
сейчас я буду работать с нижним веком. А, ты нижний век делаешь в самом конце, да? Ну, потому что мне нужно проработать зону вокруг глаз и так далее. Все черный наш карандаш, да? Да. Угу. Оттенок называется джет. Да. И слизистую, и по нижнему. Чем объемнее нижняя растушевка глаз, тем объемнее и больше становится глазик. Поэтому лучше побольше растушевывать и не бояться. Не стесняемся. Да, не стесняемся. Можно растушевку убрать? Сразу кошечку. И ничего страшного. Дублирую свой карандаш тенью в оттенке Black Plum номер 27. Кисточка бочонок? Да, ребята, не тушите, не идет такой яркий мейк. Все-таки лучше без. Под тушевую границу чистой кистью. Дарина спросила, идет ли ей этот макияж. Моя вот такая умничка. Так все красиво. Что если мы... Какой-нибудь розовый спаркл. Розовый спаркл? Да. Либо хайлайт. Спаркл как на глазах подойдет? Вот что-то типа. А давай балетный тогда. Что розовый? Розовый спаркл. Тень.
Фронтальную? Ой. Красивая кожа. Что вы использовали? Так. Во-первых, мы подобрали уход полноценный. Но уход вы забрали до... Блин. Баржик, ты такой добрый. Я только что увидела сейчас. Блин, а почему вы не считали то, что там писали? Там так много. У нас вообще так, было молочко питательное. Восстанавливающих крем экстра. И под глаз у нас был крем также экстра. Вот это почувствие. Плюс сверху мы нанесли сияющую базу с цветом Golden Glow, чтобы был легкий оттенок загара. Затем мы уже перешли к декоративу. В качестве декоратив у нас идет тональная основа серу, на основе сыворотки. И картина бутылка. Так, наверное, сейчас делает у нас, получается, высушку. Да, да? Да. И сделаем границы почетче. Почистить, наверное, границы. Лейла, что нам еще осталось сделать? Губы нам осталось. Мне принесли розовый пигмент, да? Да. То, что на глазах, только розовый цвет. Для свечения у нас многоступенчатая система. Сияющая база Golden Glow. Затем у нас тон от Nail Steel, который дает очень красивое, деликатное сияние. И использовали два хайлайтера. Первый хайлайтер у нас кстати, Afternoon Glow. Второй хайлайтер классический беж, Shimmer Brick, третий беж, как я уже сказала. Так, а румяна у нас были в цвете PLP, классические наши. Да. Теперь мы приступаем к нам. Во внутренний уголочек глаза я хочу положить тень в оттенке балет пинк. Да, чтобы глазик был более сияющий и открытым. Подсвечиваем внутренний уголок. Спасибо большое, ребята, приятно. Ой-ой-ой. Дарина говорит, что ей блеск. Мне недостаточно блеска, я хочу сделать еще блестящий и искристый. Всем привет, Кристина. Очень красивые, лимитированные, да, это тени? А, нет, это на нашей уже постоянной коллекции. А, вообще отлично. Текстура люкс. Оттенок называется Moonstone. Moonstone. И очень красивый футляр, просто великолепный, божественный. Да, это наша роскошная коллекция очень люкс. Очень роскошные, запеченные, да, если я не ошибаюсь? Они не запеченные, но они такие мультихромные идут. Они очень красиво переливаются. Они есть в трех разных текстурах.
боже, как это красиво. Пишут, мои любимые тени для невест. Да. Для невест на выпускной, для голливудского макияжа они шикарно подходят. Thank you.
Классно. Смотрите, у нас прямой бесплатно. Да. Руж. Нет. Happy Shake. Это помада новая. Это серия краш. Это шутка. Да, это для зацелованных. При этом имеет текстуру бальзама и дает красивое сияние в лес. Очень удобно носить, даже без зеркальца тоже легко делать. По-моему, это идеальный вид. Цвет очень. Да. Пишет очень громко. А с помощью консилера я просто сделаю очень графичные границы, чтобы было еще чище. Вот секрет. Именно поэтому помаду мы наносим кистью, и они чистые. Там волнуются просто, что еще кого-то покрасили. У нас помада новая. Подожди. Подожди.